Разрешаются ли использовать противозачаточные таблетки, также презервативы, и считается ли это предохранением изоляции? Презервативы – это и есть предохранение изоляции, да. Что касается таблеток, то необходима консультация врача, если таблетки не приводят к бесплодности, а лишь отсрачивают беременность из-за нужды в этом, то нет в этом проблем. То есть отсрачивается беременность из-за нужды женщины, как кормление грудного младенца или из-за ее болезни, из-за которой нельзя беременеть повторно в ближайшее время, и использование средств от зачатия, то в этом нет проблем. Только после консультации с врачом.